Может, в песенку привалимся, чтобы это... Ага. Не знаю. Ну, смотрите, как вы хотите. Че, Вань, ты порадишь? Ну, сейвы я не смогу, наверное, рассказать. Сколько там сейвы? Ну, сейвы мы сберемся, у нас 4 сейва. У нас 4 сейва, как бы, я фиг знаю, что можно сделать. Там гимн, самое опасное дыхание, это не два первых, которые до 50%, а последние, которые, когда после 50 уже, когда сферы появились, вот там нужен стопудовый гимн. Ой, дай, мы сегодня короче лежим. Дай трубу столик. Мне соседи пишут потом WhatsApp, типа, какого хрена шум идет с 11 этажа. Ой. А, мы убили в тюрьме, я вышел из нее. Вы заметили, я сегодня на ДЦшника 4 куска забрал? Печеньки. Это в третьем, что ли? ГМХ. А, в ГМХ. Три куска, типа три печеньки, да, что я не успел. Ну, ну лапнулся. Я еще грудак одел, там у меня на снижение затрат маны, что-то 275. Войт, не собирайся столько хосты на ДЦшника, меня аж глаза режут. Ой, ты в ЗС с кем пойдешь следующего? Куда? В ЗС. Я не пойду в ЗС. А то я хочу забрать это... Печеньку вот опять. На шопы. А ты там по приору немножко выше. На один. А ты кого смотришь? Друида моего? Да, да, да. Руида. Ракшей. Просто видел, как сейчас дамажат это шопы в Т5. В 2Т5, 2Т4. И они там 23 плюс дают. Этот Ракшей, ну, типа... У тебя есть роль новичок, но чтобы говорить, тебе надо включить режим рации, назначить кнопку и нажимать ее, и тогда уже говорить. Режим активации по голосу — это режим для РЛа. Те, кто его юзает, ну я не знаю, типа, если человек, ну, шипит, флудит, мы его мутаем, потому что, ну, это мешает. А так режим активации, вот у меня сейчас он включен, для того, чтобы я мог и хуярить, и нажимать кнопки одновременно, и пиздеть, типа, говорить, ты беги налево, ты направо. Там. Шалфир, а ты на шамана собираешься брать Т5? Нет. А, окей. Он у меня связан, в смысле. Тогда имба. Я думаю, видишь, завтра будет ГМХМ, и я думаю апать себе куски на пала. У меня на пала нахапали 2 апнутых. В принципе, я могу 2 еще залутать. Сколько там? Тоже или 2, или 3, скорее всего, по приору лутану. А что ты можешь сказать? У меня приору вообще есть какой-то на ханте? У тебя там 17 приора. Это за лупа, короче, да? Да, там ГП духа 1472 и ХП 25000. Столько у тебя? Ну, еще неделю А ты что хочешь? Чешку? Чешку, блядь, запад, нахуй, не надо. У меня все 245 шмотки, кроме одной. Она героическая, блядь. Я типа хожу в Воков, знаешь, блядь. Я хотел тебе одну консу ГМХМ, а другую ЕПшную. Чтобы одевать челиков для гера, а других просто, ну... Да, так-то, да. В гер, потому что он ходит хантом, его сбривает на этих шарах. А печеньки ему апнуты ХП и ДПС. Меня слышно, шуба нету? Да, нет. На каких шарах меня шутил? Честно, я тут тактику. Я здесь не был, мне бы что-нибудь рассказать. Когда босска стоит это глубинный ужас, отворачиваешься спиной к боссу. Когда крестик или череп вешается над головой, выносишь к стене. Метка сама, когда заканчивается действие, она появляется зеленый ужас, с нее выходишь, возвращаешься в рейд. И диспелить. Диспелить будет Shadow Knight и Мордаунд. Ты не диспелишь, просто хиль по КД. Их двух престов хватит. Не отвлекайся. Да, выносим вправо-влево, если что, и близко к боссу не подходи, потому что тогда после глубинного ужаса он кастует... Сокрушающий удар шотит моментально всех. Ну, то есть я захапала, могу в принципе спиной встать и не пойду. Да, да, все верно. Так все хилы делают. Что там на пульш не раздала? Да, да. Полностью. Потому что. Не, я напуливаю, Бат, я тебя там сейчас стерею. Так что ты там свои прожимки не жми. Знали, какой кайф. Метка в рейде стоит. Кто там стоит?
ПК в десятке играть. Флагов настолько меньше, это пиздец. Отвернулись. О, Валиан, ты чё, бля, уснул? Забыл, что ли? Дал лапкам, захильте. Тернулись. Че, ешка будет скоро? Вот. Метки. Метки. И сразу готовимся отворачиваться. Отвернулись. Трол захильте. Запутал каша. У нас место есть? Ага. Вернулись. Шадоу захильте. Шадоу хилы. Ну кастуй в него свет небес, что ты стоишь? Салют по концентратору дайте. Ой, пиздец. По итогу сдох нах. Бомж, блять. Похилите ханта. Хилю не боюсь, все хорошо. Вернулись. Вернулись. На пуль. Это сейчас рвет. О, не сожила. Понял. Стри бер-бер. Че это мне сложило на архив? Да. На пол. Нет, метка с рейда, выйди. Пиздец, вы кринжи какие-то, блин. Вернулись. А ты два хила тяжеловато здесь. Ну еще. Ну чё ты, чё вот ты стоишь, блядь, в рейде нахуй? Пиздец просто, блядь. Отведи назад босса подальше, к стене. Нам тут хуёво стоять. Чё добили? А, блядь, третий хил просто нужен, нахуй. Чё там? Паду, тебе нужны ножки, Катя? Тряпочникам нужны ножки? Стрела тьмы на лука нахуй. Кольчу. Я смотрю, да дофига лок. Сила прилипла. Ну тут в третьего я сейчас пекнусь. А то мы обосремся, блять. А мечик на успех можно с ним, чтоб порвались? Да, забираю нахуй, не нужен никому. Я в холика здесь спектр. Я в ДЦ остаться. Холика в ДЦ останься. Я в друг буду в ДЦ останься. Долго били, как-то у нас ДПС не было. Что у нас с ДПС? 90 тысяч, нормальный ДПС. Там же падали, блядь, бичи. А, у нас шаман вылетел, да? Релок. Написал.
Ну, уже пришел. А здесь что делать нужно? Хилить. Будет черный пол, с него выходишь. Потом частицу на танке, соответственно. И этот, и просто хилишь. Получается, давай я на первую или там наверное зыбку. И первый прохил. Ты прохилишь, наверное, на первый? Первый это прохил, на вторую дам мне зыбку, на третью Рокштейн Даш Мастер Аур на тьму. На тьму? Короче, да, будет, короче, дыхание, считай, первое. И вот ты на третье дашь, короче, на тьму, да, Мастер Аур. Лучше сюда звучить, на всякий. Валиант Геру на 35%. Короче, на первую я даю незыбку, потом... Забыл, что второе. Короче, не, первое прохиливается, второе я даю незыбку. Короче, все это прохиливается. После 50% уже будет третье. Там надо будет дать гимн на ХП, я скажу Шаду. Вот, а первые два они прохиливаются. И все, а ну, незыбку оставь на заход в бублике. А мне кажется, надо катиться. Все первые там. Бля, если ДПС у нас меньше будет. Вроде не должна откатиться. Ладно, давайте. Таймер включился. А, 5 секунд, 5 секунд, подожди, 5 секунд, подожди, 5 секунд. Спорился. Палт, я не достаю для тебя. Шарик закройте. Я закрою. Берегитесь. Прохил. Черный пол, смотришь, этот паладин выходит. Выходите из него. Второй прохилите, да? Рокштейн захил. Ну чё там лутаете? Какую-то хуйню, блядь. Так, незыбку сдал. Зря, конечно. Вечи идут на кого-то далеко. Вечи идут на мага. Отлично. Маг хорош. Вот, короче, следующее дыхание, Шадоу, готовься на ХП давать. Скоро. Это залейте под боссом, милики. Скоро будет Шадоу, готовься. Вот и пол, смотрите, бублик ее носите. Выйдите с бублика. Ладно, сдох, пиздец. Давай Шадоу на ХП. Геру. Бублики вынесите. Вентилятор вынеси бублик. И с них выйдите. Скоро погружение. Выйдите с них, чтобы вы смогли подхилить. Мардан, после бублика сразу вы... дашь... Заходим. Погружение. Заходим. Ёбаный в рот. Гимн. Блять. Слава ебаш. Наверное, вот это вот надо было вставать на зипку. Да, блять, так и надо. Бублики в очке, просто, блять, в полу в черном. Мой костяк просто пиздец. Успеем. Хан сдох, нахуй, так бы добили. У нас еще мастер аур был. Да мастер аур это все залупа бесполезная, но не сейвит нихуя там. 3% урона дать... снизит. Хуйня. Типа массакру на выход. На выход нужна не зыбка и массакра вместе, блять, на бублик, именно на бублик, потому что мы сдыхаем именно в бублике, нужно снижение, именно срез урона именно в бублике. Рокштейн понял, типа надо выходить, заходить в эти бублики, и это отказ закончится, выходить. Ну и под, это, и под отказ жмешь массакру. И абсорб там дохуя решает, то есть там хил снижен, там абсорб не снижен. Массакру с командой, чтоб я не послакал. Именно на заход, когда бублики, вот мы сейчас заходили в эту хуйню, ты заходил, вот в эту хуйню заходишь, даешь эту хуйню. Вот бабл да, не даешь на себя, бабл не даешь на эту хуйню,
А этот отмена есть, которая урон переводит у тебя, cancel aura. Вот эту хуйню даешь. И этот. И прожимаешь 50 на 50, когда в бублик сам заходишь, чтобы типа тебе дамаг в два раза меньше был. Потому что бублик он сам дамажит и еще снижает получаемое исцеление на 80%. Я попробую. Я первый раз в жизни тут тентаклями какими-то убила нахуй. Мордаун? Сейчас, давай погнали, спускай. Сферка, вот у меня шпешник стоит, да? Сферки-то остался? Или вывозим нахуй. Я забрал. Ну что, какой-нибудь закрыл, вытащил. Тут на кого-то. Разнизи, нормально. На следующий будем давать мастеров. Гимны нет, еще гимнов, сука. Вот. Я есть гимн один у меня. Нет, когда шутся. Сейчас, ну короче, сейчас будет дыхание на него, дашь гимн. Облики разнесите. Хил. Ну, Вайда за хил. Спокойствие, да. Еле-еле. Ну, бублики вынести. Канцелярки. Не делайте двойные бублики, не делайте. Все, выйдите с них. Выйдите с них. Скоро будет каст. Немножко отсюда отведу. Вот, сейчас готовься, будет погружение и не зыбку на эту хуйню. Надо будет заходить. О, дыхание, нахуй. После этого коста будет. Бегите или умрите. Даю не зыбку, массакру. Выходим. Им сдал. Все, уже. Шо там, ой, нахуй? Ух ты, сука. Эти запы я бы не был. Хотел лучше 25, так что могу ступить. Ладно, ресницу я пала рису. Давай, еще один босс остался, Шадова. Мы в тебя верим. Так, я в сову обратно. Я видел, как танки берут эти запы себе с какой-то чаркой, мне кажется. Ну, вот ДДшные запы танк. Нет, кристалл совершенства тебе придется в магазине бахать. Вот и все. За 180 баджи с этого The Gavin. Ну да, согласен. Лучше ходить 25-ку и там этот поезд лутать, чем здесь. Ты оформить будешь, не знаю, ну, почти неделю, может даже меньше. Добавили они бы снова жетоны, которые будут шмотки. Круто было. Информите. Сделали бред нахуй. Ебанутые нахуй. Причем в луте, если посмотреть, лут ТТГ-10, то они там есть. Эти баджи. Да они не исправляют. Это,
Это специально, чтобы, как сказать вам, людей дольше на ТГ. Вот и все. Чтобы они чаще заходили в игру. В какой-то момент, как, скажем, человек, как, ну, скажем, Вайда, типа, он заходит редко очень в игру. У него просто отгорает пирда в какой-то момент, он такой, блядь, задоню-ка я 10 тысяч дот на рублей. И все. Ну, я уже сейчас ходил РБК, там фулл удонен и чел с альянса. Весь 71-й. Я что, он забыл в РБК? Ну, наверное, как и я, типа, в Орду переходил. Я квест на язык. На самом деле, просто решил перед бичами попунтоваться. Тут что хорошего? Так, ну тебе нельзя будет ходить, получается, в левую сторону, в левую часть карты, ты стоишь в правой только части. Вот тебе кидаться метки зеленые. Что вы тут делать? Это ТГ-10. Смотри, вот ты стоишь вот тут, вот Рокштейн. Я ДК прыгает. К меликам тебе подходить нельзя. Будут под тобой появляться метки. Гейзеры, из них нужно будет выбегать. Чтоб ты их видел, короче, за один эффект и плотность частиц выкрутить побольше, чтобы ты их видел. Потому что ты их, возможно, не увидишь с собой. Будут появляться метки над игроками, в них надо будет сбегаться, чтобы поделить урон. Чё ещё, Тверск? Будут появляться поезда, это такие линии. Тебе нужно будет сначала выйти туда, где не будет света, а потом, короче, поменяться. Дай звезду просто на меня, и все. Ну-ка. Или ну, ассиста, короче, ассиста бегай, мне, бегай, да? Просто за собой. Ассиста дай мне. Сейчас. Просто смотри на меня, на звезду, на этих, и делай прям в точности, как я. И все. Помощник. А хил это все, ну, во вторую очередь, там еще мордаун будет обрыгиваться, скажет. Я буду еще обрыгиваться, чего такие гадкие сразу. Шелунайт, ты, короче, видишь мясо, Шелунайт? Видишь мясо там кости вдали? Ты бежишь сразу туда, подальше, от всех бежишь подальше, вот сюда вот стоишь. Мордаун, ты куда пошел? Сюда иди. Видишь Шелунайт? Или ты, тут вот... ты с Шаду? Я с ними, я с Шаду, нет, Шаду, в ранжу, смотри, у нас кто? Поставить, давай, давай. У нас, нет, Шаду выйдет, он ДТ. Все, ты, он ну, вот, давайте. Шаду сюда. Давай, пойдем. Шаду, пошел, чилить. Шаду сюда иди, к звезде, к сове иди, Шаду. Где он? Так, мордаун тут, а, все. Подождите, да, он уже стоит. Не вижу готовность, все готово. Так, вот тут побольше на пол, да, а то меня в прошлый раз сорвали. Ебаный в рот, нахуй. Гера с пула, а Гера КД. Понял. Бля. Ну ладно, по падшим дали. 5 минут она отказается. А еще, Пал, тебе нужно меньше шевелиться, иначе тебя конфузнет. Когда ты двигаешься, на тебя стаки появляются. Пал, готовься. Пульсации на РДД, наверное, будут первые милишные гейзеры. Выходите из этой хуйни, выходите. Милики готовь. А, РДД гейзеры. К Шейну похуй, он стоит. Берегите. Я на краю сдал, не успел добежать. Надо выкрутить частицы. Да не, видел. Там просто надо ждать именно этой хуйни. Если не ожидал, поэтому не. Бали, захильте. Я понял, блядь. Че, ты будешь захилить одного или что там? Давай, исповедь, что ты стоишь? Хильте, миликов, они просто мертвые. Валент, хиль себя сам. Поезда. Ты захилишь, мордаун? Причем прием? А. Ой, его знает, блин, я боюсь. Хиль, ебаный в рот. Флешки, блядь, исповедь пока не. Берегитесь. Я до ранжа не достаю. Ты хуй на них. Ты можешь по центру стоять, плюс-минус. Я очкую. Тебе главное ранж 10 держать. Твой ближе к центру. Было? А, вот, РДД. Да почему меня станет? Я же прыгаю. Я понимаю, что где-то что-то не так, походу, прыгаю. Так,
400 к. Хиль его, ебаный в рот. Гидеры. Вам нормально бьется миля? Вот нормально. Вот обстрел, смотрите. Берегитесь. Скоро на нас будут гейзеры, ренджи, дайте это. А, похили меня, пожалуйста, не пойду туда. Ага, все. Ключ прожал. Давай, что ты думаешь сейчас? Сейчас я мальту скину. Не давайте. Так, кому там можно гео дать из тюрьмы? В мордаун-то давай, закидывай. Углы батрулдэмер, знаешь? Да, так и запишем, прохиливается в солда С. Где мы ревностный, нахуй? А, все, до связи. Вот и тапки можешь взять себе. Рокштейн с хостой. Угу. Хорошо. И этот меч ебаный еще три раза выпал, что ли? Да. Я понял. А Shadow, ты был с меня в 25-ке, ты такая?